Они помогают нам в патрулировании, собирают информацию, а когда мы выдвигаемся в рейды, они служат нам проводниками и ассистентами. Наше руководство решило сблизить полицию с обществом, привлечь граждан к повседневной полицейской работе. С тех пор, как мы начали с ними работать, они показали себя очень полезными. Их харизма и еще в большей степени бесстрашие сильно нам помогают, и мы добиваемся хороших результатов. Мы поняли, что они эффективно пополняют наши ряды. Когда нам не хватает личного состава, они очень выручают. Если мы начнем как следует использовать их потенциал, то заодно, я думаю, укрепим их уверенность в себе, повысим уровень информированности общества о них и сможем за счет этого добиться отличных результатов. Нас не считали людьми, а теперь мы пользуемся уважением в обществе. Мы являемся его частью, и мы должны иметь право жить с достоинством. Полиция оказала нам доверие, имела мужество поддержать нас. И если другие полицейские управления тоже проявят мужество, то я уверена, трансгендеры с удовольствием присоединятся к этой инициативе, чтобы вести уважаемую окружающими жизнь. Не знаю, как дело пойдет дальше, но мы хотели бы, чтобы они принимали все более деятельное участие в наших операциях. У них просто громадный потенциал для полицейской работы.